day we're going together in an easy tour, roughly 12 kilometers. We're doing Gloria Arena, we're doing Belle, point to the right, left, slow down, sign for stop. Problems down in your way, please point with your fingers. Make sure people can see what you have down in your way. We good? We're ready? Ready. All right, come on. Первая наша поездка будет до города Белек, а именно до многоуровневого фонтана, который находится в городе Белек. Тут всего 12 километров, и поэтому каждому это будет по плечу. Yeah, I've seen lots of runners here just a few days. A couple weeks ago, there was a hell of a swimmer here, international ones, gold medalists. So it's great just to look around and you get an idea what you want to do in the evening. Alrighty? Стадион чуть ли не один из самых больших, но самый большой в Турции. И Бургер Кинг. Одно из мест для шопинга. Народу мало, так как все тусят на море, вечером будет больше. Водопады Белека. Блин, на велосипеде как-то так это близко все. Очень близко. И когда я записывался, мне сказали, что мы ничего не увидим интересного, но, пожалуйста, мы сюда сами хотели приехать. Это было очень интересное место. Рекомендуем к посещению каждого. Тут большое количество кафешек и магазинов, где каждый найдет для себя что-то стоящее. Следующая наша поездка будет около 32 километров до городского пляжа города Серек. Конечно же, не всегда мы проезжаем центральные улицы и часто едем в объезд, и тем самым можем видеть, как живут люди за чертой города. Дороги в Турции меня очень порадовали. Смотри, последнее путешествие, когда мы поднимались в горы, там дороги гораздо ровнее, чем у нас в каких-нибудь деревнях. Въезжаем мы на территорию самого пляжа, и если честно, я даже не надеялся увидеть здесь столь ухоженную и красивую территорию. Казалось, что это очень достойный пляж. Следующий маршрут был до Land of Legends. Ввиду того, что он самый короткий и простой, всего 10-12 километров, желающих прокатиться всегда много. Как ни странно, проехали мы его без остановок, даже мимо самого парка промчали. Далее у нас маршрут в район Кунду, что в 16 километрах от Анталии. Конечная точка на косе в устье реки Аксу. Примерная протяженность маршрута 30 километров.
средней сложности. Мне, правда, было сложновато, так как дорога была отнюдь не ровная, а в валунах. Все равно однозначно осталась довольна. Рекомендую. Куда полезнее тюленьего отдыха. Друзья, въехали в район Кундулара. Честно говоря, ехать уже нету сил. Дорога местами просто отвратительная. Вот там чуть по отдалению мы видим отель, он так и называется, Кремлин. Это полностью прототип московского Кремля. Последний трип – это были горы. Всего маршрут занял 58 километров. Проезжаем мы насквозь город Серик. Очень интересный город, красивый, со своими улочками и домами в турецком стиле. После него идут всевозможные фруктовые и овощные сады и, конечно же, теплицы. Местами проезжаем деревню. Возможно, в Турции это считается дачами. Там у каждого есть скот, либо какая-то своя теплица, либо свой сад. Дальше путь был по горам, сплошные подъемы. Но плюс в том, что такой природной красоты и таких пейзажей ты не встретишь в черте города и на территории своего отеля. Чуть-чуть осталось до Египта, вот за горами. Я успел подниматься уже. Твою мать, 50 километров гриля. Бери, будет весело. Давай. Главное, чтобы на голову ничего не упало. Это сосна. Они говорят, еще 4 километра и будет дорога. Потом пошутили, что Виктор вот так спустится. Ноги у меня сильные. Неважно, как ты устал. Глаза не устают здесь только смотреть на это все. На эту красоту. Достаточно натуры. Обратно повеселее, когда с горки спускаешься. Туда, конечно, жесть просто. Мы проехали уже 32 километра. Закончился трип наш, который на 50 километров я брал поездку в горы. На 20 километрах я уже понял, что зря это сделал. Меня до сих пор трясет, блин. Последние 10 километров были очень сложные.
В общем, у нас вышло 58 километров. Конечно, вид там очень красивый, но это очень-очень тяжело. То есть надо несколько раз подумать, прежде чем туда идти. Друзья, спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео и мы оказались вам полезны, оставьте реакцию под видео. У нас для вас еще масса интересного, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. До новых встреч!